Пообщаться с профессионалами своего дела и почувствовать себя работниками крупного предприятия. Экскурсия по цеху Петрозаводск-Маша – одна из основных составляющих знакомства с работой завода. Студенты внимательно слушают, как устроено производство оборудования для атомных электростанций. Ведь, возможно, в ближайшем будущем кто-то из них придет сюда на постоянную работу. Проект «Профстажировки 2.0» позволяет не только посмотреть на процесс, но и стать его активными участниками. Предложить собственные концепции применения технологий или даже составить план по улучшению инфраструктуры будущего. Мы с командой разработали как раз-таки проект, в котором мы хотели построить между городами атомные электростанции небольшие, пустить шину по дороге, чтобы машины могли подзаряжаться, и для того, чтобы сама инфраструктура увеличилась в разы, то есть улучшилась в разы. Продемонстрировать свои знания и попробовать себя в роли инженеров-проектировщиков студенты смогли во время решения кейсов на мастер-классе. Например, одной из задач стало найти вредным отходом АЭС полезное применение. Задание для ребят придумали сотрудники завода. Некоторые из них сами пришли сюда работать после прохождения стажировки, поэтому знают о ее преимуществах не понаслышке. Когда ты в универе учишься, например, какой-то теоретический поток знаний у тебя идет, но они практического применения под собой имеют небольшое достаточно. Показывают что-то на лабораторных и все такое. Когда ты приходишь на реальный завод, у тебя есть перед глазами то, что делается на заводе, вообще какие-то технологические процессы, опять же, огромное количество опытных сотрудников, которые тебе направят в нужное русло. Проект «Профстажировки 2.0» поддерживается платформой «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом. На сайте программы размещены кейсы от ведущих российских компаний, в том числе 26 кейсов от 17 карельских партнеров. Студент может выбрать любое из предложенных заданий и решить его, например, в рамках научной работы. Это важный социальный лифт, который позволяет студентам решать актуальные задачи для производства. В то же время крупные компании, и прежде всего мы надеемся, наши карельские компании, находят в себе потенциальных работников, которые обладают нужными компетенциями и уже погружены в то производство, которым они будут заниматься. Организаторы рассчитывают, что проект будет наращивать масштабы, и все большее количество учащихся найдет себя в работе на одном из крупнейших предприятий республики. Алексей Неживенок, Анна Касьянова, Александр Борисов. Служба новостей.